Был хаос, настоящие погромы. Не знаю, что думать. Я думаю, что люди все уже сошли с ума просто. Люди были в шоке после всех этих ракет. И кто-то начал кричать: «Уарави, уарави!» И все, начали громить машину. Это דבר שאנחנו לא יכולים לקבל אותו, זה אנרכיה. אתם לא יכולים לבוא ולקחת אזרח ערבי פשוט ונסות לעשות לו לינץ'. נחלץ וברח, אבל אפשר לראות איך ההמון פה פשוט מכה בשידור חי דוריה. רכב שעובר. Со всех районов начали приходить ребята. Молодые, старые, ну, в основном молодые, конечно. Арсим Казе в черном. И начали что-то кричать, какие-то яростные, ну, голоса, антиарабские, естественно. А потом началась вообще жесть. Начали громить вот Виктори очень жестко. А потом уже я уехал и через, по-моему, полчаса вернулся сюда. Вот этого уже не было. Эли мусаг, они лодя мефоем, ломи кирим. Была одна мафия, они вообще из Иерусалима откуда-то. Ришинские ла фамилия были вообще отовсюду, не только с Батыем. אל תיכנס על כולם. תאמין לי, זה המיעוט. הכל זה מיעוט. לא רוצים שזה יקרה. מי רוצה את זה? מישהו רוצה את זה? גם בצד השני, לא רוצים אותו דבר. זה משהו בכל המדינה זה קרה. לא לוקח את זה אישית. 21 שנה נמצא פה בטיילת. היה לנו מקרה בשנת 2000. גם שברו לי את המקום, היה אז אינתיפאדות והיה בלגן. ועוד פעם זה חזר לעצמו. Просто после обстрелов, которые происходили позавчера, все израильтяне были очень горячие. И люди просто вышли, и они готовы были сделать все. Оттуда, вот со стороны Яфа, приехала белая машина, и ее водитель был арабской национальности. И кто-то начал кричать: «Уарави, уарави!» И все, начали громить машину. Он попытался выехать, сначала назад, потом вперед, и он врубился в две машины, сзади и спереди, и все, остановился. А его вычли из машины и реально линчевали. Конкретно линчевали здесь, на Бен-Гурион. Все было в крови, в масле машинам. Жестко. Тут он лежал, и они его сбили, вот этим каркинетом его тоже били. Все случилось из-за того, что в Акко несколько дней назад избили еврея. Так они решили избить араба. Thank you.
мы как бы 3 года в стране, такого не было. אנחנו לא כאלה, יש פשוט, פשוט מתוסכלים מה שקורה פה. אם אני אתמול יכלתי פה להיות עם הבן אדם הזה, הייתי את הגוף שלי נותן בשבילו. страшно, я даже не знаю, что думать, если будет, типа, куда хуже уже, не знаю.